Здравствуйте, коллеги. Retail Week вновь на ваших экранах. Рядом со мной новый интересный спикер. Здравствуйте. Представьтесь, пожалуйста, какую компанию представляете? Здравствуйте. Меня зовут Дмитрий Аллеринский. Я представляю компанию Gloria Jeans. Дмитрий, вы были участником круглого стола нашей деловой сессии. Расскажите, пожалуйста, поподробнее. Только что закончилась сессия по аналитике, на которой руководители различных подразделений различных компаний обсуждали, каким образом они выстраивают наблюдение за ходом бизнеса, за развитием бизнеса и за его ростом в своих компаниях. Было очень интересно обменяться мнениями о том, кто за какими параметрами следит и кто и какие выводы из этого делает. Поговорили о том, чем дашборды отличаются от отчетов и зачем вообще нужно то или другое. Поговорили о том, каким образом подходить к формированию дашбордов, что необходимо учитывать для того, чтобы построить грамотный и полезный прикладной дашборд. Поговорили о том, в чем разница между сотрудниками, которые делают отчеты, и руководителями, которые на основании этих отчетов принимают решения. В целом было интересно встретиться, обменяться мнениями. И скажите, эта тема трепещущая, у вас был консенсус, и вы все смотрели в одну сторону, все ваши коллеги, или все-таки была жаркая дискуссия и были какие-то кардинально противоположные мнения? Ну нет, не было никакой жаркой дискуссии. То есть это в большой степени тема, на которой нету таких прям противоречивых позиций, и люди просто обменялись тем, что у них происходит. Плюс нам повезло с ведущим, он довольно здорово структурировал разговор, поэтому как такового спора не случилось. К счастью, наверное, это значит, рынок смотрит примерно в одну и ту же сторону. Конечно, конечно. То есть есть темы, в которых не имеет смысла спорить, потому что важно консенсус. Расскажите, пожалуйста, ваше впечатление о выставке. Может, вы смогли что-то посетить еще кроме нашей деловой сессии? Очень интересная выставка. Приятно, что после ковида, несмотря на все переживания прошлого года, конференция воскресла и снова, значит, сформировалась и организовалась таким интересным образом. Встретил много знакомых, приятно. Это наш смысл нашей выставки, для того, чтобы люди могли встречаться, завязывались новые партнерские отношения. Скажите, может быть, чего-то не хватало нашей деловой сессии, может быть, у вас есть какие-то замечания, потому что выставка происходит каждый год, и, наверное, в следующем году мы можем сделать что-то еще более интересное и захватывающее. Не, мне кажется, что каждый год ожидания одни и те же, чтобы был интересный контент, чтобы были интересные мысли, интересные идеи. Ну и мне кажется, что выставка и конференция каждый раз предоставляют площадку для того, чтобы встретиться, обменяться мнениями. А это в занятом расписании само по себе ценно, поэтому трудно сказать, что здесь есть чего-то, чего не хватает. Спасибо большое за организацию. Спасибо огромное вам за интервью и, надеюсь, до встречи в следующем году. Да, спасибо большое, приятно. До свидания.